Историю борьбы жителей дома по адресу 4 Меланжевая, 3 мы уже рассказывали в своем эфире. За признание здания аварийным и непригодным для проживания люди бьются не один год. Вот здесь у нас еще крыша, вот здесь у нас проводка, она вся открытая. И когда идет дождь, у нас все стекает сюда, и вот здесь вот образуется лужа. И мы боимся, что в любой момент может замкнуть и вспыхнуть дом. Но межведомственная комиссия городской администрации приняла решение не расселять, а ремонтировать. Тогда жильцы обратились к независимым экспертам. Их вердикт – 90% износа проводки, 60% сантехники, 70% постройки в целом. Когда и это специалистов администрации не убедило, начались судебные разбирательства. На защиту собственников рассыпающихся квартир встали работники прокуратуры. Приняли решение об обращении в Ленинский районный суд в интересах неопределенного круга лиц об отмене данного решения, признании его незаконным и повторному рассмотрению заявлений нанимателей и собственников данного дома. На днях Ленинский районный суд вынес свой вердикт. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Решение межведомственной комиссии выявления оснований для признания дома данного подлежащего капитальному ремонту было отменено, и суд обязал повторно рассмотреть заявление нанимателей данного дома о признании его аварийным. Победа, но еще не окончательная. Решение пока не вступило в законную силу, и у мэрии есть время обжаловать его. Что, вероятнее всего, и будет сделано. Мы продолжим следить за ситуацией. Наталья Гутарина, РТВ Иваново.